Здравствуйте, Настя. Если говорят, что театр начинается с вешалки гардероба, то хорошая концертная площадка начинается с режиссерской ложи. И, как мы уже не раз говорили, в концертном зале «Сибирь» работает одно из лучших оборудований. Но вот, в частности, на что способен световой пульт, нам сейчас покажет художник по свету. Ну, или я сама попробую. Скажите, пожалуйста, что можно продемонстрировать с помощью вот этого ряда кнопок? Все можно. Пробую. Это синий цвет? Нет, это уже желтый пошел. Синий, красный. Правильно? Ну да, на это можно смотреть бесконечно. Ну, конечно. Я продолжу. Вот у нас еще есть звуковой пульт. Сейчас мы ни в коем случае не можем тревожить звукорежиссера, потому что он действительно очень и очень занят. Но об акустических возможностях этой площадки очень хорошо говорят сами артисты, музыканты. И сейчас мы можем выслушать одно из мнений. Лев, приветствую. Чек сейчас Добрый происходит. День. Концерта, который будет в ближайшее время. Как оцениваешь звук, как оцениваешь площадку? Площадку оцениваю на 5 баллов. Звук на 5 с минусом пока, но будет на 5 с плюсом. Что касается площадки, не первый раз выступаешь, да, правильно? Здесь не первый раз собираешь артистов. У кого-то вообще хоть когда-то были какие-то замечания, нарекания? Как работает площадка с артистами? Я не знаю даже, что еще сказать. Я повторюсь, площадка отличная. Свет, звук, люди, которые все на своих местах, все на 100% выполняют то, что положено для того, чтобы зрители были довольны тем, что здесь происходит. Все силы прикладывают, ну и мы вместе с ними, все артисты, так сказать, довольны друг другом и теми людьми, которые здесь, в концертном зале «Сибирь», делают свое дело. Спасибо, Олег. Давай я обращусь еще к телезрителям. Действительно, если кто-то хочет убедиться дополнительно в качестве акустики, в качестве звука на этой площадке, приходите в ближайший концерт 26 января, Высоцкий, 21 век. Увидимся в этом зале.